Ну, если вы стали фиксироваться на чем-то плохом, то надо пройдите тест на депрессию. Если там будут плохие баллы, это руки в ноги, давайте шуровать к психотерапевту. С другой стороны, конечно, мы сейчас все живем в мире, где, ну, объективно значимого плохого больше, чем значимого хорошего. Объективно хорошего больше, ну, то есть больше людей живет, чем умирает, больше людей работают, чем безработные. Ну, объективно, вот есть такой Стивен Пинкер, он большой любитель этой, один из ведущих интеллектуалов мировых, он все время говорит: слушайте, никогда люди не жили так хорошо, вообще все прекрасно, да? То есть объективно, мы все, что хорошо, мы же воспринимаем как должное, а раз должное, мы и про это и не думаем, да, а про плохое мы реагируем, у нас инстинкт самосохранения включается, и вот этого значимого плохого в жизни становится сейчас больше из-за неопределенности, из-за всяких разных геополитических действий там и так далее. И это, конечно, привлекает внимание. Но здесь надо сказать: слушай, а ты вообще что есть твоя жизнь? Не вот это все, что вокруг, вот это, а твоя, она из чего состоит? И вот там пошукайте, может, там что есть хорошее, и начните это беречь, хранить, холить, лелеять, то, что у вас есть. Отношения, которые у вас есть, навыки, которые у вас есть, коллективы, в которых вы функционируете, дом свой и так далее. Я вот дом свой холю, лелею. Я не могу гулять долго по улице. Вообще мне все время тревожно, что нога подвихнется. А дома я гуляю по дому, мне там хорошо все. Цветы я выращиваю. Они дохнут у меня, собаки. Но я не оставляю надежд. Да. Так что есть что пошукать, если захотите.